Всем привет! Итак, значит, проблема в настройке. Когда гриф опускается, вы видите, какая тут система, значит, да? Здесь или изначально должен быть с завода как бы регулировщик такой, как бы чопик, да? Такой же формы на убыль, да? Или вот на многих картинках вставляют вот такие вот, значит, палочки. Когда вы опускаете гриф, у вас получается, значит, струны лежат на нем, вот на нем, на этом грифе. Но когда вы начинаете колки подкручивать, вот получается такое расстояние. И играть как бы здесь вот высоковато, да? Вот тут, значит, от первого лада на первом ладу еще как бы куда-нибудь не шло. Можно, значит, запилить порожек, но я хочу просто посадить пока вот эту вот середину, потому что струны очень высоко, значит, задраны посередине, и играть очень неудобно. Звук. Все настроено, но за счет того, что струны высоко, и руку приходится держать высоко, и тогда ты хочешь не хочешь, видите, зазор какой. Рука не ходит мягко, значит, на струны, а получается преодолевает вот такой вот прыжок. Так, давайте все это дело попробую отрегулировать вот таким самодельным чопом. На высоту, ну, думаю, вроде бы чуть-чуть подгадал. Ну, а потом посмотрим, что будет. Так, сейчас нужно ослабить струны и потом вот это дело все вытащить и потихоньку, значит, подсовывать. Итак, по подложке что? Значит, положил я струны полностью на гриф. Гриф был вывернутый. Подложка все это дело, значит, напряжена, гайка ослаблена. И получается, если брать, смотрите, в чем смысл, если брать по порожку, вот по порожку, тут порожек медный или металлический, видите. Если сейчас здесь поднять порог, вот здесь вот, сделать другой порожек, допустим, ну, с пластмасса, здесь станет выше, правильно? Тогда гриф, тут в чем еще проблема, что гриф нельзя ниже положить, эта гайка, вот видите, она находится на пределе. Можно, конечно, его положить, просверлить новую дырку, то бишь отверстие, но тогда это будет шиздец какая кака, да? Смотрите еще в чем проблема. Вот сейчас гриф ровно. Вот. Можно еще, конечно, запилить. Я тут, видите, выше не стал пока запиливать порог. Можно еще тут усадить, но получится, ну, чуть-чуть станет меньше толщина вот этой вот доски, ее можно будет двинуть чуть вперед или чуть-чуть счесать. Но, значит, зазор будет по любасу здесь. Так, если убрать этот зазор и положить полностью гриф на деку, вот сюда вот, то получается какая штука. Здесь нету, значит, стержня металлического. Ну, возможно, это была классическая гитара, и под металлические струны она, ну, как бы не предназначена, да? Тогда, ну, как бы это все она держит, все нормально. Другие струны, допустим, какие, я забыл, как они называются, нейлоновые, да. Вот они как бы мягче, но все равно будут натяжку делать большую. И когда гриф будет лежать полностью, значит, на деке, он будет задираться вверх сюда и вдавливать деку. И получается здесь будет вот, ну как бы, вот такой пупок просто. Может, раньше так и делали.
Ну, как бы, тут сама высота вот этого бортика, значит, как она тоже называется, забываю все, значит, видите, высоковатая. Если бы ее потоньше сделать, может быть. Так, ну и, в принципе, как бы исправить. Она играет все, и вот на блатные аккорды она идет, под переборы она идет, под щипки она идет. Под шестерку вообще неудобно играть, потому что, ну, очень высоко. Рука постоянно не лежит на деке и скользит, а именно в напряге постоянно. И вот она, ну, в принципе, все можно. Может, оттуда, значит, с советского времени пошли вот эти переборы, а не бои такие, ну, шестерки, да? В основном барды пели как бы переборами, щипками, ну, или там бой Высоцкого. Шестерки очень мало как бы играли, потом уже пошли на других гитарах, значит, как армейские вот эти под шестерку, потом группы появились какие-то. Ну, в принципе, вот этот зазор деть некуда. Это, значит, даже вот на картинках посмотрите, эти зазоры есть, и где ложат, значит, вот эту вот гриф ложит на деку, вот такие перегибы идут. И это уже не выровнять. А так вот более-менее она выравнивается под вот эту, значит, настройку, где привязаны гитары. Получается, если бы вот эту штуку, значит, сделать здесь повыше, вот, ну, может быть. Ну, в принципе, вот эти вот все так же на картинках идут. Ну, люди сами спиливали вот под эту, под портал, видите. Возможно, это гриф не отсюда. Ну, как бы, гитара соответствует всем отверстиям, соответствует картинкам в интернете, соответствует вот этим штукам, размерам и так далее. Ну, пусть, значит, будет под блатной бой. Все, всем пока.